Ничем ты сейчас рожать. Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Надо руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Да, еще палку руку мать. Блять. Может ему мозги отрезать? Аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Блядь, держится. Блядь. Ай, блядь! Ай, сука! Ну, на вторая пасть! Ну, блядь! А ну-ка, подожди, 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 все, не трогай, дядя! Подожди, подожди, подожди. Может, давай по башке, долбани ему? Не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо. Блядь, как больно, сука. Блядь, твою мать. Давай его убьем, нахуй. Да убить надо по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Тихо, вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той своей, или с твоей, нахуй. Бля, хуй ты, блядь, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй ты мне что ли? Блядь, чем? Видишь, у него вторая пасть там. А-а-а. Ай, блядь! Ох, сука. Не, это самое. Пиздец. Вот гад. Фу, блядь. Блять! Повезёшь, ты чё пугаешь народ? Залез, блин, резная спиной. Видишь, у него вторая пасть, Андрюха. Ага. То есть вот это он про... Видишь, вот это вот. У Марины такая же херня. Видишь, вот она. Но. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну, понятно. Видишь, вот. Отец Саша. А там, и он заглатывает. Ну, вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. Отец. Какая хуйня. Это умрен такой же устройство, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Естественно. И здесь по пробивам мне все. Я хотел за кирку, раз он меня цепанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Ну, блин, черт. Да я не черт. Доставайте теперь его, блин. Все, YouTube сейчас будет номер один. Борисюча кругу засунул вообще. Иди, чувак, я с тобой сфотографирую. Да, подожди, я видео вырублю тогда.